Всем привет! Сегодняшний обзор про крема в виде стика с защитой SPF 70 и SPF 50. Заказывала опять-таки на iHerb. Брала специально для своей будущей, пока что не состоявшейся поездки в Дахаб на ныряние. Вот. Моя поездка была назначена на июнь. Если я не ошибаюсь, да, июнь, с 1 по 13 июня, но в связи с пандемией коронавируса нам пришлось отложить до сентября. Вот, надеюсь, к сентябрю все будет открыто. И, в общем, для своих нырялок я заказала такие стики. Они очень удобны в том плане, что можно нанести на лицо, на открытые участки кожи, потому что оставшаяся часть кожи будет закрыта гидрокостюмом. И плюс я смотрела так, чтобы не возиться, чтобы руки были не жирны, чтобы удобно было наносить. В общем, вот такой вот стик. Вот на первый взгляд вообще крутой. Он еще с таким матирующим эффектом. Пахнет вкусно, как всегда, хотя я вообще вот от Нейтроджена ничего не заказывала, и мне эта фирма как бы не нравится, потому что составы у них не айс, вот, хотя многим нравится. В общем, вот так он наносится, абсолютно никакого белесого оттенка нет, наоборот, какой-то такой блестящий матирующий эффект появляется, того как будто... как тоналка какая-то, вкусно пахнет, ну и плюс SPF 70. Это единственное, почему я заказала. Ну и удобно наносить, как я уже сказала. Вот. И следующее от клевой компании Babu Botanicals для детишек. Минеральный санскрин с SPF 50. Он тоже в виде стика. Вот. Я буду пробовать и тот, и этот, и буду смотреть, насколько они хорошо работают. Но это я буду пробовать... теперь только в сентябре. Этот выглядит таким образом, пахнет маслом каким-то. Вот, и он, скорее всего, будет оставлять белесый оттенок. Да, вот, но в любом случае наносить удобнее. Жирный. Есть визуальное как бы отличие этого от этого, что здесь защита прям такая физическая. А с этим я не знаю. Естественно, этот вот приятный, нету цвета, приятно пахнет, а этот такой жирный, привычный больше. Ну, я буду экспериментировать. Во время ныряла буду, там, например, ладони одну часть поверх наносить, скажем, нейтрогеной, второй буду вот этим и сравнивать, насколько, то есть... кожа подвергается ожогам или нет. Вот, будь моя воля, конечно, я бы остановилась только на этом, но я вообще искала более такие сильную защиту, потому что во время ныряния от солнца отражается от воды, и загораешь очень сильно, это очень страшно для кожи, вот, поэтому надо защищаться. От Babu Botanicals у меня классные шампуни и средства по уходу за волосами и за кожей после бассейна. И я прям пользуюсь, постоянно заказываю, это прям супер вещь. Вот, и в качестве я уверена. Что тут по составам? 100% цинк, it's an active ingredient, как активный ингредиент, держится до 80 минут. После 80 минут нужно заново наносить. 70% органических ингредиентов, широкого спектра защита, без запахов. Так, оксид цинка здесь 19,7%. И другие ингредиенты здесь: пчелиный воск, масла ши, календулы, экстракты каких-то цветочков. Ну, состав классный, то есть можно прям детишкам. Что касается этого, ну вот, как я и говорила, различные бензоаты, каприловый гликоль, дитилксицил, ну, очень много фигни, которые я в обычной жизни не пользуюсь. Вот.
В общем, вот такие вот дела. Кто пользовался, рассказывайте, насколько они хорошие. Но вот я смотрела обзоры этого, и в целом люди довольны. Вот как выглядит. В целом не страшно, смотрите. Практически не видно. Естественно, там буду я больше наносить. Ну, посмотрим. На этом у меня все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!